она проглотила эту историю? Вместе с наживкой. Хорошо. Запрыгивай и посмотрим, что мы поймаем. Посмотрим, что мы поймаем. Осторожно. Посмотри, за тебя я чуть не ударил. Ладно, Джо, пора посмеяться. Мне нужно ехать. Твои ключи. Я их бросаю. Эй, что это? Что это такое? Конвейер. Что оно делает? Сортирует почту первого класса. Нет. Смотри. Ну ладно. Ой, какой маленький флажок. Это деревня Кейн. Потрясающе. Дэри Роуд. Ты, наверное, шутишь надо мной? Я не шучу. Правда? Это слишком. Я не понимаю, как ты до этого додумалась. На меня просто нашло, не глупо. Неплохо, а для женщины совсем неплохо. Обычно умные женщины не очень хороши в постели. Но ты же вчера не жаловался. Это прошлая ночь. Так что это было? Ты меня хочешь? 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 Повторим эту ночь. Добрый день, Бобби. Чем могу помочь? Тут мне заказная корреспонденция. Джо, у тебя лежит сверток для мисс Андерсон. О, Господи, какой же он горячий. Извини. Я не говорила. Эй! Вот, Бобби. Привет, Джо, спасибо. Посмотри лучше на его волосы. У меня не было такого желания 16 лет. Как я хочу, чтобы его жена узнала, чем мы занимаемся. Что еще? Передай привет Ребекке. На вот. Распишись-ка вот здесь. Спасибо. А это для спецпочты. А?
Иначе пропустишь годовщину. С тебя 2,90. Спасибо. Твоя сдача. Спасибо, Нэнси. Это ты? 5,80 за марки с дикими животными. Возьми. Эй, Барни. Привет, мистер Гарднер. У тебя линзы контактные? Я вас слушаю. Что вам нужно? А вы не читаете мои мысли, как другие? Я не понимаю. Совсем. Хорошо. Мы не получали почту уже неделю. Полный завал после того, как Джо умер. Можете заполнить жалобу. А, ладно. Еще что-нибудь? А то я ужасно занята. Это я, Джо. Я скучаю. Я очень скучаю. Но с тех пор, как ты умер, люди в городе полюбили меня. Может, это из-за штук, которые я изобретаю. Посмотри, что я придумала. Ты сейчас удивишься. Ты смотришь? Ты меня пойми. То, что было, было очень-очень здорово. Но моя жизнь продолжается. Время траура окончилось. Когда-нибудь его наладишь? У него собственный норов. А ты поддай ему. Большие медведи делаете здесь, в лесу? У нас задание, мэм. Он всегда такой важный. Он и с тобой себя так ведет? Или только со мной? Мэм, я серьезно. Я могу вас и арестовать. Арестовать? Перестань, Бент. Джинглс, а ну отойди от нее. Ладно, парень. Лучше бы вы не шатались здесь и не вынюхивали. Стоять на месте! Руки вверх! Хватит, Бент. Серьезно, руки вверх? Делайте, что велят. Так что, теперь женщине нельзя уже и подкрасить губы? Этот цвет называют «последняя страсть». Я называю «последний сюрприз». Бай-бай, ребята! Как
как те двое солдат. Это был гадкий сюрприз. Раз, два, три. И я послала их в зону свечения. Не надо было их приканчивать. Они бы сами со временем превратились. Не всем это дано. Как твой мужик. Он тоже. Он тоже превратится со временем. Что ты ищешь? Я искал пистолет. Хотел взять с собой. На всякий случай. Мне нравятся мужчины, готовые ко всему. А ты что здесь делаешь, Нэнси? Я опять изобретаю. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Конечно. А что ты с ним сделала? Немножко подкрутила. Дала ему другой курок. Ты должен крепко его держать. Ты это сможешь? Да. Прицелься. О, как ты окреп. Нажимай курок сильнее, и ты сможешь убить любого. Мне нравятся мужчины, которые всегда готовы. Нэнси, я был бойскаутом. Похоже. Какие у тебя губы. Ты не хотел бы их попробовать? Губы убийцы. Для тебя они будут смертью.